Добрый день, вечер, утро, уважаемые наши зрители видеоканала «Планета Дзюдо». И снова мы продолжаем наши субботние посиделки, а точнее даже у нас это перешел уже в театр «Планета Дзюдо». И сегодня у нас новая постановка. Название этой постановки «Установки». «Установки». И с вами Владислав Макаров, действующий лиц, и Роман Карасев. Установка. Хорошая вещь. Мы говорим об установках каких? Ракет средней и малой дальности? Мы от этого далеки. Или мы говорим об установках компьютерных программ для, или приложений для смартфонов? Андроидов? Или мы говорим о установках на уровне психики? Влад, что такое установка? Это, наверное, такая, как программа, по которой потом организм действует. А она непоколебима? Через опыт, я думаю, они могут меняться. Давай начнем с самого начала. Вот рождается человек. При рождении у человека уже имеет установку? Нет, он имеет инстинкты. Интересно. Ну, смотри, он имеет инстинкт, это не установка. А может быть, что это установка, но просто заложенная генетически. Угу. То есть через генетику заложена установка в нем. Через его предшественников, которые, так сказать... Мама и папа. Мама, папа, бабушки, дедушки. Да? Ну, как бы генетический код, это есть некая установка. Нет? Да, да, развитие организма. Но это установка на уровне физиологического развития или на уровне психического развития, или на уровне интеллектуального развития? Вот смотри, у нас получается, человек — это такое, ну, можно сказать так, три компонента в человеке. Физическое, да, психологическое, ну, как вот мне кажется. И духовное, да? И, нет, интеллектуальное. Ну, психологическое — это и есть духовное. И интеллектуальное. Некий такой вот три единства, да, везде мы уже много раз об этом в наших постановках театральных, документальных, как бы исследовали. То есть тройственность везде есть, допустим, в тех же человек состоит, да, как бы верхняя часть тела, средняя, нижняя часть тела, там. Ну, тебе нравится. Мне нравится. Делить на три. Мне нравится. И получается, установка при рождении — это физическая, психологическая или интеллектуальная составляющая? Ну, интеллект-то еще, ему надо как бы зародиться. Если ребенку, вот как чистый лист, рождается, никто ему, вот как утята там, они вылупились и за уткой идут, ну, на уровень инстинкта. А если вылупились, они первым кого увидели там? Собаку, и они будут за собакой идти, как за уткой. Вот, но мы же не про уток говорим, потому что мы люди. И если человека сразу не научить, ну, скажем так, это мама, это папа, это стул, там, речи, то потом научить будет практически невозможно. То есть до определенного момента мы очень быстро обучаемся. В первый год количество информации, загружающейся в мозг. Ты говоришь про обучение, это не есть установки? Обучение? Не знаю. Еще раз, вначале ты сказал, что, на твой взгляд, установка — это что? Программа такая. Это некая программа? Которая заставляет действовать. Заставляет действовать? Определенным образом. Ну, почему такая тема возникла, что они могут быть такие установки взаимоисключающие, скажем так. Вот мы вчера, у нас была встреча с нашим товарищем, тоже известным актером,
В узких кругах. Я так называю актера, потому что как это вся наша жизнь игра, а мы все в ней актеры. Да, но вот эти шутки надо как бы пояснять, да? Потому что если раз кто-то посмотрел. А что это за актер? Да. Этого знаем, а этого не знаем. Да, мы все актеры, да, носим маски какие-то. Здесь я радушный хозяин, да, здесь я там гость. Ну смотри, сколько у тебя ролей, может быть, как это говорят, у человека, сколько ролей и сколько установок. Сын. Ты Влад, ты. Нет, сын, отец, брат, друг, товарищ, сват, сослуживец, однополчанин. Роль. Роль. Мне очень нравится роль. Слава. Роль — это тоже некая установка. То есть нам кто-то говорит установки эти. Согласно роли, да. Драматическая роль там можно играть, да, там какая-то комедийная роль. А иногда ты можешь сыграть одну роль, и эта роль будет с тобой по жизни. И ты можешь заложником, да, этой роли. Это с точки зрения, вот ты помнишь, еще раз вернемся, вчера у нас был наш товарищ. Чудо случилось. Да, и мы тоже говорили об установках, то есть получается, установка — это некая такой вот некий стандарт, который закладывается в нас. Ну да, мы... Средой. А что мы хотим от разговора вот получить про эту установку? Опять вопрос. Что мы хотим получить? Это опять установка? Да. На результат. Да. Установка на результат. То есть, как бы, мы себе коридор выстраиваем, чтобы по древу не расползтись. Мы обсуждаем установку, но ничего не хотим. Но безустановочно. То есть мы ее хотим рассмотреть, как, знаешь, как это называется, исследователи, да? Мы хотим такое желание стать установкой, чтобы изнутри узнать, что такое установка. И получается, что? Что? Ну вот смотри, твоя идея была расчленить установку на части. Ну мы так и делаем, как бы, если есть прием, да? Да. Ну мы же все-таки практикующие это самое. Врачи. Спортсмены. Да, есть прием, да? И его можно целиком посмотреть, да? И попытаться сразу повторить. Или разбить на элементы. То есть разложить, потом снова сложить. И тогда он... будет получиться. Почему? Во избежание травм. Потому что в любом броске, да, важно постановка ног, коленей, угу. Да, и своевременность, скажем так, исполнения. И легкий партнер. Итак, возвращаемся. Когда мы обучаемся, а когда мы проводим уже, когда в навык превратилось, тогда нам уже должно быть все равно. Возвращаемся к истоку. Человек рождается без установок. Или в нем есть инстинктами. С инстинктами, заложенными генетически. Инстинкт — это, можно сказать, синоним установок. Которые перешли к нему через генетику от предков. Но генетику вот тоже отрицают, а все-таки ее, ну как отрицают, нельзя тоже за всех говорить. Но я только на третьем понял, что какое-то чудо. Как бы вот такой человечек, и потом раз развивается и начинает говорить, и поднимает голову, переворачивается. То есть вот. Что происходит дальше? Мы же не учили переворачиваться. Что происходит дальше? А дальше мы меняем тела. Но не в плане мистики, скажем так, а в плане физиологии. Был ребенок, потом подросток, потом взрослый. Что с точки зрения установок, что происходит? А, мы их нахватываем вообще от родителей. Учись на пятерке, тогда тебя карьера там ждет. То есть установки начинают влиять на нас через первых наших видимых объектов. То есть это родителей. Ну, смотря кто кого видит. Ну да, родители, бабушки, дедушки или приемные, там, кто рядом первый близкие. Находится. Близкие. Вот мы есть родственники, да, так по крови, а есть близкие. А близкие тоже не могут быть родственниками. Ты можешь в качестве примера привести первую установку, которая тебе сейчас вспоминается из периода твоего детства? А криворукий. Первая установка? Ну, которую такая сильная запомнилась. А ну-ка, давай-ка. Ну, с отцом мы чинили машину, да, и он говорит, ты
так не держишь, и не так не держишь. И поэтому у меня с техникой я не особо дружу. Подожди, ты считаешь, что это была установка отца? Ну, я думаю, он заложил, да, такое вот мне. То есть он дал тебе установку, что ты криворукий? Ну, типа того, да. Это первое такое воспоминание? Ну, которое сейчас на ум пришло. Которое, ну, такое яркое. Хорошо, а какие ты можешь сказать, что которые вот проявились потом, в последующем? Вот какие установки, ну, из детского периода, которые проявляются в последующем? Ну, допустим, может быть установка... От экрана, от артистов очень много установок, я думаю, приходит. Мы же интервью брали, вот Стивен Сигал, да, тоже была. Я искал методику такую, чтобы можно было часами двигаться и не повторяться. Айкидо соответствует этим параметрам. И, ну, большое влияние произошло. Поэтому я посвятил этому, если так мы занимались в 88 году, когда этого еще не было, ну, где-то вот, ну, а системность 95 года, получается, 26 лет, или больше даже. Ну, вот, кто больше влияние по установкам оказывал на тебя? Родители, окружающая среда, школа, детский сад, институт, армия, телевизор? Нет, детских садов я много менял. Кино. В детстве, поэтому я научился быть адаптивным. Я думаю, оттуда пошло. То есть много раз менялся коллектив в детском возрасте. А вот давай еще мы поговорим. Установка. Вот хорошая вообще у нас... Вот установка еще можно... Тема возникла по поводу установки. Установки, они же бывают разные. Бывают... Опять я вот возвращаюсь. Как-то установки бывают разные. Опять это установка. Ну, как бы... Ну, такое слово. Ну, просто мне понравилось, пришло, что мы их не осознаем, бывает. Нас загружают так вот какие-нибудь слова, желательно с детства. И потом попробуй это распакуй. Почему ты ведешь себя в этот момент так, а не эдак? Потому что где-то можно докопаться до этого. Ну, вот одни из установок детства. Я вот хочу, что сказать, допустим, я, будучи родителем, давал детям установки умываться по утрам. Это установка? Да. Я, будучи родителем, давал своим установка, детям... Установка, просьба? Просьба умываться по утрам. Это же не просьба. Может быть, это наставление? Вот, теперь давай поймем, где, что есть наставление. Или наставление – это проявление установки, или установка – это проявление... То есть установка имеет обладать некоторыми рядом качеств, набором качеств. Ясность – это элемент тумана, да? Или как? Ясность, да, нам сказали вот вчера тоже. Проявление тумана. Не проявлений, нет, а одно из... Состояний? Не то, что состояний. Ну, интересную форму, что ясность – это часть тумана. Ну, может быть. Ну, по сути, да. Потому что если я не буду ясен, то я не пойму, в тумане я или нет. Если взор не ясен. Да. Установка, оно обладает набором некоторых качеств. Да, если внедряется, заставляет действовать, наверное, ну, как программа это тогда, да? Ну, вот смотри, есть такая установка, ты знаешь, да, на уровне, допустим, государства. Каждый молодой человек должен отдать долг родине, службе в армии. Это установка? Это почетная обязанность. Но, почетная, да. Значит, установка может обладать качеством почетной обязанности. Может. Значит, мы приходим к такому маленькому выводу, что установка обладает набором качеств, которые могут быть выявлены в качестве почетной обязанности. То есть, допустим, я хочу... То есть, вот служба в армии – это почетная обязанность. Да. Так? Да. Учиться в школе и обязательно...
То есть обязательно учиться в школе. Это установка? Ну, а у нас же обязательно образование, скажем так. Но оно может быть домашним. Может быть дистанционным. Но все равно учиться в школе – это установка от государства? То есть она ввела это в ранг установки? От общества, наверное. Хорошо, от общества. Как ты, если мы сказали, служба в армии – это почетная обязанность, то учиться в школе – это установка, которая... Служба в армии – это почетная обязанность для молодого человека. Угу. Учеба в школе – это тоже почетная обязанность. Для детей? Да. Ходить в детский сад. Не. Но в детский сад они же не могут. В детский сад их приводят. Что родители? Чтобы пойти на работу, чтобы зарабатывать на ипотеку. Установка. Ходить в детский сад – это радостное времяпровождение. Для детей? А почему они плачут тогда? Когда их туда отводишь? Они не видят в этом радости. Ну, так многие в армию не видят радости. Согласен. Ну, по сути, почетная обязанность. Ты пошел в армию, и тебе в первый же день голову оторвало. Взорвавшейся гранатой. Форс-мажор. Но установка. Это опять установка. Установка, отлично. Про армию, да? Если, ну, что так, более осознанные вещи тогда. И вот мне в армию надо было идти. И отец, ну, если мы говорим, что в детстве такую одну установку там негативную, да, он говорит, ты идешь в армию, там ждут тебя друзья. Он мне дал такую установку. И когда я пришел, меня неплотным кольцом окружили. И много друзей, да? Очень много друзей. А плотное кольцо – это что? Хоровод. И ты вклинился в хоровод? Ну, ты стал звеном хоровода? На 2 года, а может быть, центром хоровода. Когда как. Хорошо. Учеба в школе... Как мне давалось? Это установка. Нет. Вот смотри... Мы же не можем этого избежать. Учеба в институте. Знаешь, вот... Это выбор. Установки. Родители говорят, значит, для того, чтобы ты... Вот, Нина... Это чтобы нотация, человек это нотация, может быть. Дошел или как стал хорошей частью общества, он ему, должен или ему необходимо хорошо учиться в школе, поступить в институт, хорошо учиться в институте, пойти на хорошую работу, хорошо работать. Установки? Установки. К чему они приводят? С учетом это морали. Да? Или как это? Ну, установку, как это? Как назидание, что ли, там? Я не хожу в школу, не учусь в институте, не пошел в армию, не работаю. Ого, здорово. Как племянника описал. Не учится, не работает. И в армию не пошел. Все совпало. У него его установка. Человек сам себе может установку сделать? Да. Это да. Хорошо или плохо? Человек, не хорошо, не плохо. Опять же, мы говорим, что от контекста зависит. Мы вчера это тоже обсуждали. В одном случае это может быть хорошо, а в другом случае это недопустимо. Ну, допустим, мы сегодня все понимаем, да? Кто смотрит на айкидо, все понимают, что есть такая установка. Айкидо – это боевое искусство. Без ударов. А, мы это видели, да, без ударов, которая дает вам возможность обезопасить себя в случае нападения врага на вас. Да, а как она без ударов? Установка если... это? Да, ну, это миф. Миф. Мифы еще бывают. А миф это не установка? Или установка не миф? Вот установки это не миф, не синоним слову миф. Это не выдумка, ну, миф это выдумка. Фантазия. То, что, того, что в реальности не существует. Практически чудо. Ну, жизнь это чудо же вообще. Жизнь как бы не чудо. Все равно жизнь это чудо. То есть мы вот это чудо воспринимаем как естественно. Вот мы живем, там разговариваем, общаемся, паримся в бане, ездим, встречаемся с друзьями. Но это же чудо.
строим какие-то планы, они реализуются или не реализуются, чудо же. Ну вот строить планы, это установки сами себе мы даем, да? Тоже, то есть строительство неких планов на будущее, это установки. Да. Само установки. Что, да, будущее должно случиться таким-то, таким-то образом. Это даже вот... еще ожидание, можно сказать. А что происходит с человеком, когда он разочаровывается в установках, которые были даны ему изначально близким окружением, потом в процессе его обучения, образования, в процессе работы, жизнедеятельности. Что все процессе... не так. Он понимает, что все не так, да, как его учили. Что происходит с человеком? Он теряется. Он теряет точки опоры. Если он опирался на карьеру, а карьера не задалась, и все, у него мир, его мир рухнул. Что делать, если установки, на твой взгляд, что делать, если установки начали давать сбой? А я думаю, их надо осознать и поменять на другую. Ну, не совсем понял, да? Что надо делать? Ну, получается, ты должен поменять установку? Да. А как ты ее поменяешь, если ты уже разобран? У тебя нету, ты же говоришь, ты потерял... Точку опоры. Точку опоры. То есть ты уже кудзуш уже, выведение из равновесия произошло. Да, и ты в кувырке уже. И тебе надо будет стабилизироваться. Для начала. Но чтобы стабилизироваться или восстановиться. Ну, мне понравилось это. Если нет, надо идти в сторону мечты, да, допустим. А если нет сил, тогда лежи в сторону мечты. В направлении мечты лежи. Да, если нет сил, ну, тогда... Не, мне понравилось, когда ты сказал, что ты нес лестницу, и останется 200 метров до дома, или сколько, ты говоришь, не дойду. Чувствую, что сил дойти нет. Побежал. Ну, так было. Думали, ну, я не дойду. Надо бежать. Это установка была? Я думаю, да. То есть установка, это, по сути своей, это некая какая-то психологическая составляющая, то есть на уровне психики. Действует? Ну, психики. Наверное. Да. Ну, как бы гипноз. Самогипноз. Самогипноз? Или как... аутогенная тренировка. Да, да. Самогипноз – это аутогенная... Не так расскажу. Скажем так. Ну, ученики же тренируются, да? Тренер, я правильно делаю? Правильно. Только другой прием. Что бы ты ни делал, все имеет название. Надо его просто знать. Угу. Ну, делаем определенный прием, определенную форму, да? Ну, а человек делает другую форму. А вот смотри. Ну, как понять? Сложные установки... Некоторые установки в нашем мире, в обществе, настолько сильны, что... Мы их не осознаем даже. Мы их, первое, конечно, не осознаем. Они уже, как говорится, кровь с молоком матери, так сказать, нас пронизаны все наши на клеточном уровне. А знаешь, мне как понравилось слово? Ткань жизни. Да, ткань жизни, хорошо. И получается так, что мы... то есть все эти установки настолько сильны, что мы практически становимся заложниками, да, этих установок. Делаем на автомате. А как... вот мы опять к вопросу о том, что... те, кто может выйти за рамки установок, это гении? Не обязательно. Нет. Вот смотри, раньше за валютные операции что делали? Сажали. Да. А потом в 90-е годы что делали? Медаль. Давай. Нет, ну деньги на, ну, как бы, на обмене зарабатывали большие деньги. Да. И раньше как бы... Но мы... Нам повезло. Мы в период одной жизни смогли это все. Нет. Но у нас тогда есть установка, что менять доллары нельзя. Ага. Ну смотри, есть установка, что, помнишь, вот это мне нравится установка. Копить бесполезно. Родитель, значит, ты должен честным трудом зарабатывать свои деньги. Установка? Установка.
ты вроде бы честно все делаешь, а деньги не зарабатываешь. Да? Не и ты думаешь... А вот они так, да. Но это наказание еще тоже может быть. Что значит наказание? Ну, есть законы, которые пишут люди, а есть законы природы. Если ты с седьмого этажа выходишь, не через дверь, а через окно, то что сила гравитации тебя притягивает к земле. Ну, мы же занимаемся тоже. Что мы делаем? Мы стараемся на свою сторону привлечь силу гравитации, чтобы партнера опрокинуть. Но есть установка, допустим, из фильмов, что я стукнул человека, и все, значит, я победил. Или в соревновательных я человека на спину бросил, и значит, я победил. Все, и понял, я радуюсь, все, медаль моя. А потом придумали как? ММА. И там, если даже человека, я смотрел, кинули на спину, а он встал и все равно победил. Несмотря, если бы это были соревнования по определенным правилам, было бы ИПО. Все, чистая победа. Вообще чистая, чистейшая, прям лучше. Но если... Да, а есть еще такой тоже момент, мне нравится, когда ты человека вот, бросил, бьешь его, он уже потерял сознание, но ты все равно продолжаешь его бить. Да. Чтобы в конце концов он не просто потерял сознание, а из разряда... прямоходящих перешел в разряд. Правильно, как в метро. В метро вот случилось, он лежал. Но я посмотрел, как он лежал, там парень-то с Воронежа. Он не раскрылся, он сознание-то не потерял. Хотя ему наносили, как бы, но тело было в сознании. То есть оно никак не расслабилось, когда дух не ушел. Угу. Вот, это ему спасло, помогло, поэтому он такие веселые интервью давал. Вот к вопросу о том, что а те продолжали делать. И к вопросу о том, вот установки. То есть есть некая установка, что ну, как настоящий мужчина должен защитить слабого. Да? Сильный. Нет, установки как? Это лежачего не бьют. Лежачего не бьют. У кого-то. Ну, есть такая установка. А у тех не было такой установки. А есть установка наоборот, лежачего удобнее бить. Лучше всего. Лучше всего, да. Бить лежачего. Да. Вот они установки могут быть. Такие разные. Ну, в одном случае ты, если убиваешь, тебе дают звезду героя, да? Да. А в другом случае тебя сажают в тюрьму. И смертную казнь. Да. Ну, отменили. Пожизненное. Да. Действие одно и то же? Да. А результат разный. Вот она установка. Вообще установка сложная, да, вещь получается? Нужны ли вообще эти установки? А как без них? Не знаю, вот думаю. Смотри, если мы берем какое-то программное обеспечение, ну, с точки зрения, мы берем компьютер. Да, и устанавливаем туда. И делаем туда установки. Программы. Программы, которые дают возможность наиболее эффективной работе вот этого оборудования. Если я занимаюсь, допустим, дизайном, я туда делаю такое программное обеспечение, загружаю, такие установки там делаю, которые дают возможности мне наиболее эффективно... Устанавливаю такие программы, которые... Ну, наиболее дизайна. Эффективно дают мне возможность реализовать свои как бы рабочие навыки, да? Да. Там даю установки там, на русский язык, чтобы они там, или там на английский, если я английским владею, и так далее, и тому подобное. Это что касается не, так называемых неодушевленных предметов. Допустим, установки есть в программном обеспечении в автомобиле, в ракетах, в различных аппаратурах, в той же видеокамере есть установки, да, которые устанавливаются для того, чтобы ну, работало. Программа. Неодушевленный предмет работает. А мы говорим сейчас о работе одушевленного предмета, о, так сказать, биологическом предмете. Ну, главное не мешать телу-то. Правильно? Потому что не кажется ли тебе, что мы вот мы пришли, да, вот вопрос, что мы усложняем жизнь, давая так называемые свои взгляды человеческого умозаключения, внедряя их в установку биологического объекта. Правильно. Ну вот смотри, мне понравился пример тоже из детства, да? Угу. Раньше йоги-то не было, да? Не было. И вот все по книжкам, да? Ну, была йога, но она была в другом месте. Да, по интернету. И там написано было, что кто занимается йогой, должен пить 5 литров воды. И наши йоги, я уже, наверное, да. рассказывал такую историю, да? Брали эту
информацию и устанавливали к себе. И пили по 5 литров воды. Хотя жили на севере. А на севере им 5 литров не надо, потому что такого потоотделения нету. То есть установка правильная? Правильная, но для климатических условий. Ну, установка, рекомендация, скажем так. Или, допустим, тоже мне нравятся вот такие некоторые установки, когда тоже опять мы к чему говорим. То есть, если мы даем установку на неодушевленный предмет, то есть мы внедряем некие установки в предмет, который не живой. Ну, робот-пылесос, да? Тут. Робот-пылесос, ну, что угодно, да, что не живое. Не созданное природой, так назовем это, да? А это одно дело. Но когда мы даем установки живым организмам, в качестве, особенно, ну, допустим... Надо быть аккуратным, да. Здесь, аккуратным. Здесь вопрос очень такой на этическом уровне, понимаешь? На очень тонкая вещь давать установки. Во-первых, позволено ли тебе дать эту установку? Ну, мы через это проходили. Можешь ли ты дать эту установку? Мне вот очень нравится такая вещь, как... ну, я вот окунусь, так как я исследую, допустим, ну, в частности, много лет дзюдо. Но есть такая установка, значит, что дзюдо, ну, там и отдают детей, там, и говорят родители, одна из установок, что дзюдо научит, там, чтобы он умел там, защитить тебя. Не факт. Да, не факт. Так. То есть это опять, что за установка? Там родители говорят, вот, ты должен пойти заниматься дзюдо. Почему? Ну, есть же системы специальные для самозащиты, именно вот в условиях таких. И они есть, и мы их знаем, и мы по ним тренировались тоже. Поэтому вопрос очень тонкий с точки зрения того, чтобы один человек дает установку другому человеку на какие-то действия. И вот здесь уже... принятие, мы приходим к вопросу доверия. Они могут все барьеры там раз и загрузиться сразу. Особенно если значимый человек тебе так сказал. А раньше было доверие к чему? К телевизору. А сейчас доверие к телевизору чего? Ну, меньше. Сейчас доверие к интернету. Допустим, сколько, допустим, газеты сколько в интернете таких, как мы, идиотов, в кавычках и, или без кавычек, которые учат людей жизни. А знаешь, мне как нравится? Учителей. Мусорные советы. Учителей развелось. Установка на учительство сейчас. Да? Учителей. Ну, посмотри, весь интернет, весь YouTube. Выгодно? Один другого учит. Да? Один другого умнее. Здорово. А? Здорово. Мне нравятся такие вещи, когда там говорят так. Значит, эта техника не работает. Эта техника работает. Такие установки, такие... умозаключение, вот как мы сейчас выдвигают люди, ужас, с ума сойти. Откуда, откуда такого нахватались мы с тобой? А? Почему? Ну тебе нравится делать. Что? Ты делаешь, ну снимаешь контент. Не, ну я снимаю видео, театральную нашу постановку, так я ее называю документальная театральная постановка. Мы... У меня, допустим, нет никакой мысли даже о том, что кого-то чему-то научить, обучить, или тем более, опять-таки, дать какую-то установку. Я на сегодняшний день вообще понимаю, что вот этот вопрос твоей установки, он он должен быть, как это, для меня, по крайней мере, я для себя. Вот вчера мне понравилось, что говорим за себя. Вот мне понравилась твоя мысль. Да? Как бы установка опять, да? Ты дал установку, говори за себя. Эта установка мне нравится. Почему? Потому что я говорю за себя. Я, допустим, говорю, что моя личная установка давать кому-то либо установки просто. Упаси меня совет, баня. Советы давать. Ну, понимаешь? Да. Ну, понравилось. Кому-то чего-то учить, доказывать, объяснять. Особенно, еще раз говорю, что на уровне, когда эти установки даются, да? Когда эти установки даются на уровне... биологических объектов, живых существ. Понимаешь? Я всю жизнь, как это помнишь, да, там, не знаю, 70 лет установка была, что мы вот-вот завтра придем к коммунизму, и в результате оказалось так, что... Где он? Где он? Где? Может быть, вот он? Вот плохо.
идею-то у нас отняли. Была установка. А я тебе хочу сказать, тоже в интернете я там почитнул, мне так понравился ответ. Почему такая фигня вот происходит, ну вот в обществе? А он говорит, а у меня есть ответ. Мне так понравилось, ну вот прям, ну, внимание зацепилось. И говорит, раньше мы были коллективное сознание. Сначала думая о родине, потом это самое. Коллективное, да? Союз Советских Социалистических Республик. Все вот. Да, коллективизм. Да, что мы многонациональное, все вот такое. А потом случился резкий переход на индивидуальное. Индивидуальное развитие, саморазвитие, ты должен... Индивидуальный предприниматель. Индивидуальный предприниматель, да. Понимаешь, и из коллективного, но так быстро переходы не переходят. Ну, не быстро переходили, 70 лет. Нет, ну, 70 лет был коллективизм. Мы шли к коммунизму, но да. На самом деле это был переход в индивидуализм. Да, ну вот, ну качнулось так. И поэтому... Не, ну фактически. Ну, а сейчас, как бы, что я там, ну, как бы, вот, звучит. Я, да. Это хорошо. Ну, не хорошо, не плохо, так случилось. Ты даешь установки сегодня? Кому? Себе. Да, даю, с бардаком борюсь. Ну, его особо нету, но как бы так. Ну, опять, тоже против чего, да? Или за чистоту, скажем так, чтобы чисто было. Мне эта идея тоже понравилась. Уважаемые зрители, что вы думаете по поводу установок? Какие установки для вас важны, а какие не важны? Что вообще, на ваш взгляд, такое установка? И вообще, нужна ли она для человека? Если у вас есть такая возможность, вы можете что-то поделиться с нами этим. Но есть еще перед деятельностью, вот нужно настроиться на определенную деятельность. То есть, ну, опять установка. Подготовка, да. Опять вот, установка. Ну, так, это установка, что перед какой начало деятельности нужно сначала 7 раз отрежь, один раз отмерь, да? Правильно? 7 раз отрежь, 1 раз отмерь. Это тоже установки вот эти все, правильно? Ну, если материала много, то можно резать. Да. Ну что, да. Больше не будем задерживать уважаемых зрителей. И если, как мы уже сказали, у вас есть какое-то свое мнение на этот счет. А кто-то, мне надо узнать, кто-то палец вниз ставит на моих интервью и тренировках. Один какой-то. Это установки просто твои. Это ты, наверное, был. Дайте знать в комментариях, что вы думаете по поводу нашей сегодняшней театральной постановки под названием «Установки». Каламбур прям. Ну, это установки все, каламбур. Так что спасибо. Мы пошли дальше париться. И до новых встреч. Ждем на нашей театральной площадке. И как вот в это «Спокойной ночи»-то в детстве было, да? Мультфильм идет. А продолжение вы уйдете завтра. И вот ты думаешь, завтра. Установка такая была. Да. И ты ждешь завтра. Это опять установка. Да. Что наступит завтра. Наступит завтра. Мы надеемся. Мы не прощаемся.